Добрый вечер. На Новой Одессе время новостей. Мы начинаем знакомить вас о том, с чем и о том, что известно к этому часу. И начнем вот с чего. Киевский районный суд Харькова перенес заседание по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко на 12 февраля, сообщает пресс-служба «Батьковщины». Напомним, сегодня лидер оппозиции 13 раз отказалась прибыть в суд по делу, которое в октябре 2011 года возбудило СБУ за долги корпорации ЕСУ перед Россией. В письменном заявлении она сослалась на состояние здоровья, что позже признала и главный врач Центральной клинической больницы номер 5 в Харькове. На заседании присутствовали защитники Юлии Тимошенко Сергей Власенко, Андрей Кожемякин и Александр Плохотнюк. Кроме того, поддержать ее в суде приехали народные депутаты-оппозиционеры и около 10 сторонников экс-премьера. Тем временем акция гражданского неповиновения Юлии Тимошенко, к которой присоединились женщины-депутаты из оппозиции Александра Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюс, была сегодня утром грубо прервана бойцами «Беркута». Это топ-новость большинства средств массовой информации. Мы связались по телефону с Александрой Кужель и далее о том, как все происходило из первых уст. Бандитская такая куртка, черные штаны, без опознавательных знаков, все такие мордовороты. То есть влетели, схватили, вынесли, кинули на лестницу босыми, потому что мы были без обуви, в бахилах. Потом кинули на лестницу, валялись наши вещи. Бандитизм, больше ничего, потому что мы абсолютно в законной форме выполняли закон о статусе народного депутата, не нарушая ни одной статьи. Как можно себя в этот момент чувствовать? Вы знаете, мы все на втором плане. По сравнению с тем, что мы знаем, что Владимир на 2 часа было без сознания. И когда зашли Власенко и Кожемякин, она никого не узнала. После нападения боевиков Татьяне Слюс стало плохо, но доктор сказал, что лекарств для нас нет, продолжила народный депутат Людмила Денисова. По ее словам, у нардепа от Батьковщины Татьяны Слюс случился сердечный приступ, однако доктор из отделения реанимации отказался оказывать медицинскую помощь. Мы пригласили доктора из отделения реанимации. И доктор из отделения реанимации пришел, померил и сказал, знаете, у нас для вас ни таблеток, ни капель нет. Ушел, и мы ждали 30 минут. После этого только мы вызвали скорую помощь, потому что мы уже поняли, мы ничего не дождемся. Напомним, объединенная оппозиция «Батьковщина» потребовала от власти немедленно выполнить все требования участников акции гражданского неповиновения. Прекратить незаконное видеонаблюдение в палате Тимошенко, отстранить мужчину от видеонаблюдения, прекратить постоянные унизительные личные обыски и осмотры и обеспечить законное право лидера оппозиции на телефонные звонки. В противном случае оппозиция обещает массовые акции гражданского неповиновения по всей Украине. И к другим темам. Грипп уже в Украине. Вчера стало известно о первой жертве заболевания во Львовской области. Впервые за нынешний эпидемиологический сезон зарегистрирована смерть от гриппа. Летальный случай у 3-летнего ребенка с предварительным диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. По результатам исследований вирусологической лаборатории определено, что причиной смерти стал вирус гриппа типа Б. В то же время сезонные вспышки заболевания медики прогнозируют на конец января, начало февраля. Сегодня об этом сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Одесской СЭС Оксана Трищина. Пока заболеваемость находится на сезонном уровне, отмечается лишь незначительный рост вирусных инфекций. О том, как уберечь себя от типично зимних заболеваний, знает Татьяна Горбанос. В Украину пришел грипп. Статистика неумолима. Количество заболевших растет с каждым днем. В Одессе и области пока все относительно спокойно. Медики говорят, уровень заболеваемости не превышает допустимого порога. В настоящее время регистрируется циркуляция вируса гриппа А, H3N2 и H1N1 в большей степени и в меньшей степени циркуляция вируса гриппа Б. Пока обстановка спокойная, медики ведут активную работу по профилактике. Напоминают, в группе риска дети и пожилые люди. Им в первую очередь стоит позаботиться об иммунитете, а также оградить себя от общественных мест, где, как правило, скопление микробов. Чаще всего это, конечно, вы знаете, путь воздушно-капельный и контактный, когда частицы вируса гриппа в огромном количестве, в частицах мокроты, которые попадают в пыль, в окружающую среду, в длительное время, в холодное время года сохраняются на предметах. Вот такие маски в скором времени станут основным способом защиты от вирусных болезней. Однако медики советуют другие методы профилактики. Вакцинацию, говорят, она более действенна.
Впрочем, у одесситов масса своих рецептов о том, как оставаться здоровыми. Одни горожане считают, что хороший сон и прогулки помогают не болеть. Другие выбирают вакцинацию. Надо нормально есть, пить, больше чая крепкого пить. Вот это вот хорошее средство. Это он точно говорит. Спортом занимаюсь, потом не болею. И все. А как прививкам относиться? Ну, как бы делаю прививки, я их не боюсь. Фрукты, овощи, поменьше, но побольше на улице быть. Все. Я пью витаминки. Прививки. Мы в школе делали прививки, ну как, нормально отношусь к этому. В первые две недели нынешнего года в Украине зарегистрирован один летальный случай от вируса группы Б. Во Львовской области не удалось спасти маленького ребенка. Поэтому медики настоятельно советуют вакцинироваться. Дескать, прививка от вируса может либо вовсе оградить от заболевания, либо станет гарантом отсутствия осложнений. Беречь собственное здоровье советуют Татьяна Горбанос, Андрей Лысенко, Новая Одесса. На территории Измаильского района налоговики выявили подпольный завод по производству ликера водочных изделий. Таким стал итог операции «Акциз». Предприимчивые должностные лица предприятия организовали на собственных производственных мощностях незаконное производство алкогольной продукции, не имея на это никаких документов. В результате проведенных обысков в офисных и производственных помещениях предприятия налоговые милиционеры изъяли 400 тонн виноматериала, а также оборудование для их изготовления на сумму более 4 миллионов гривен. Следственные органы налоговой милиции открыли уголовное производство по признакам статьи 204 Уголовного кодекса Украины. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров. Ведется следствие, если вина горе-бизнесмена будет доказана, они могут попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет, плюс конфискация незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления. Ну и последнее, если вы стали случайным свидетелем какого-то происшествия, не можете достучаться до чиновников, не знаете, как решить вашу проблему, или же у вас просто есть что сказать одесситам, звоните. У вас есть уникальная возможность, наша съемочная группа выйдет на место события, о котором в прямом эфире узнает весь город. Мы ждем ваших звонков по телефону 706-38-96, 706-38-96. У нас к этому часу все, далее увидите прогноз синоптиков, а итоговый выпуск новостей в 21.00. Увидимся на Новой Одессе. Прогноз погоды от страховой компании «Теком». За даними Центру погоди, у суботу, 19 січня, в Одесі очікується хмарна погода. Продовж дня – дощ. Вітер південно-західний 4,6 метрів на секунду. Атмосферний тиск нижчий за норму – 750 міліметрів ртутного стовпа. Вологість повітря висока – 95%. Температура повітря вночі та вдень – 5-7 градусів вище нуля. Страхова компанія «Теком». Упевненість у квадраті. Одеса, вулиця Михайлівська, 44. Телефон 719-05-55. Музика.